Всем привет, дорогие друзья, с вами мастерская Мастерок. Продолжается видео из разряда олень убрать. Сегодня у нас дополнение к трафаретам. Вот такая вот паста Механик. Давайте взглянем на нее поближе. Вроде как даже оригинальная. Хотя очень сильно сомневаюсь, что за такие деньги можно купить что-то оригинальное. Но дай бог, чтобы оно было так. Какой у нас срок годности? На ней нифига не видно. Вы можете вместе со мной смотреть, нажимать на паузу. Если где увидите срок годности, дайте, пожалуйста, знать. Но вот при вас распаковал, ссылочку на продавца оставлю в описании. В общем, это из набора тоже к трафаретам. У меня паста паяльная уже подошла к концу, и лежат несколько буков уже на ребол. Но лежат уже, ну сколько, паста шла где-то недельки 3. Ну, приехало нормально все. Даже подотчетность какая-то там была на почте. Так что вот такая вот посылочка. Напоминаю, ссылочка в описании. Не забываем подписываться на мой основной канал. Там у меня ремонты. Тут у меня стримы распаковки. Всех с весной. Всем пока.